Александр Сергеевич Пушкин, отрывок из сказки «Жених». Печально слушает семья, качая головою. Отец ей, милая моя, откройся предо мною. Обидел кто тебя, скажи, хоть только след нам укажи. Наташа плачет снова и более ни слова. На утро сваха к ним на двор нежданная приходит. Наташу хвалит разговор, с отцом ее заводит. У вас товар, у нас купец, с собой парень молодец. И статный, и проворный, не вздорный, не зазорный. Богат, умен, ни перед кем не кланяется в пояс. А как боярин между тем, живет не беспокоясь. А подарит невесте вдруг и лисью шубу, и жемчуг, и перстни золотые, и платья парчевые.